На часах ровно 9 утра студенты Казанского федерального университета уже прибыли в Зеленодольск на поезд здоровья 2018. Раннее утро и холодная погода студентов не испугали. Наоборот, они еще с большим желанием приехали сюда, чтобы с пользой провести время. Ну, институт экологии говорит за себя. Я люблю природу, и для меня утро в пятницу, это совсем не страшно, здесь очень весело. Тем более на первом курсе я пропустила поезд здоровья, поэтому захотелось с друзьями провести время здесь. Уже не первый год оздоровительный комплекс «Маяк» открывает свои двери для всех студентов Казанского университета. Спортивно-оздоровительный выезд является одним из самых любимых и ожидаемых мероприятий. Здесь можно покататься на лыжах, тюбингах, снегоходе, поиграть в снежки и просто прогуляться по сосновому лесу. Ну, мы ставим перед собой задачи, как можно большее количество студентов приобщить к здоровому образу жизни. Вы сами ведете здоровый образ жизни, занимаетесь спортом? Ну, как видите, вот уже на лыжах, а так, конечно, занимаюсь спортом, в основном это мини-футболом, но люблю и зимние виды, лыжи, те же тюбинги, горные лыжи. Так что постараюсь поддерживать спортивный дух в своем теле. Желающих скатиться с горки на тюбинге или по-другому ватрушке было много, конечно, ведь столько впечатлений. Расскажи, как вообще впечатление? Как все ему? Отлично, все круто. Мы катаемся, мы отдыхаем, мы занимаемся здоровым образом жизни. Я и сама решила попробовать прокатиться на этой ватрушке. Падать, конечно, немного больно, зато кататься с таких горок очень весело. Есть и те, кто катанию на ватрушках предпочитают лыжи. Совсем не важно, впервые ты на них катаешься или уже давно, здесь как профессионалам, так и новичкам будет одинаково интересно. А на лыжах давно катаешься? Ну, я в школе каталась тоже, участвовала в ГТО тоже там на лыжах. Да. Смотри, нужно отвечать максимально быстро. Что тебе больше предпочтительнее, отдых в городе или на природе? На природе. Лыжи или сноутюб? Лыжи. Лыжи или коньки? Коньки. А это значит, что мы? Кто? Мы выбираем спорт. Все студенты получили массу впечатлений от этой поездки. Время на свежем воздухе пролетело незаметно. Здесь, на природе, день проходит весело и интересно, а уезжать отсюда всегда немного грустно. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.